1 марта по 2 апреля в Буе проходил второй этап 15-го регионального турнира по баскетболу, посвященного памяти тренера, директора спортивной школы города Буя Кузина Евгения Владимировича. Среди команд девушек 2005-2006 годов рождения и 2009-2010 годов рождения. История этого турнира началась в 2006 году, после того, как не стало Евгения Владимировича. Была инициатива от спортивной школы проводить в марте турнир памяти его. Сначала это был турнир внутришкольный между работниками, тренерами спортивной школы, выпускниками. Потом турнир один год был взрослый, встречались уже мужские команды, женские команды. Ну и постепенно турнир превратился в детский. Раньше он проходил у нас в один день, в два дня. Последние годы в три дня мы проводили, потому что желающих было много у нас. О турнире знают, на турнир приезжают. Ну и так получилось, что вот в этом году мы даже не уместились в три дня. В соревнованиях среди команд девочек 2009-2010 годов рождения приняли участие команды из городов Буй, Кострома, Мантурово, поселка Чистые Бары и две команды из города Ярославля. Этот турнир в этом году у нас проходит в два этапа. 25 по 27 играли мальчики двух возрастов, юноши 2008 года рождения и моложе, и старшие выпускники уже спортивной школы 2005-2006 годов рождения. Также на первом этапе встречались выпускники, ветераны. Всего было у нас 11 мужских команд. С 31 марта по 2 апреля второй этап – это женский этап. Команд тоже приехало достаточно много. 6 команд младшего возраста из городов Ярославль, Кострома, Буй, Чистые Бары. Также старшие девочки 2005-2006 года рождения – 4 команды фурманов. Мантурово, Кострома, Ярослав. В результате выступлений на первую ступень пьедестала почета поднялась команда из города Ярославля. Вторую ступень заняла команда девочек из города Костромы. Замкнула тройку лидеров команда города Буя. Участники команды – Епифанова Мария, Кораблева Александра, Полякова Юлия, Титова Евгения, Зиновьева Виктория, Царькова Вероника, Ягодина Вера, Румянцева Арина, Комиссарова Дарья, Комиссарова Наталья, Гусева Софья. Тренер команды – Зазулия Наталья Валентиновна. Программа турнира очень напряженная, потому что команд много, поэтому мы, наверное, их и разделили в два этапа, потому что сразу провести мужской и женский вместе в этом году не получилось по желающим. Все три дня насыщены спортивными играми. Команды, конечно, есть разного уровня, но есть и, например, у девочек в старшей группе, да, но команды достаточно опытные, и борьба идет серьезная. Старшую группу участниц среди девушек представляли 4 команды из городов Буй, Мантурово, из города Фурманов Ивановской области и города Ярославля. Итог соревнований. Золото у команды девушек города Буя. Состав команды: Иванова Софья, Смирнова Арина, Дорофеева Мария, Попретинская Алена, Смирнова Софья, Маланова Вероника, Федоренко Валерия, Глазунова Виктория и Попинова Арина. Серебро у команды из города Мантурово, бронза у команды ярославских девушек. Самыми результативными игроками турнира стали: в группе среди девочек младшего возраста Кудрявцева Варвара, город Ярославль, 92 очка. В группе среди девушек старшего возраста Бомбир Алина, город Мантурово, 58 очков. Поздравляем победителей и призеров. Организаторы благодарят спонсоров за оказанную финансовую поддержку в проведении соревнований.